крем ночной «Сила Шунгита». И вновь мы предлагаем вам не одну баночку, а сразу две. У нас впервые появился Шунгит, впервые появился Геннадий Петрович. И давайте расскажем. Геннадий Петрович, как вы считаете, а вот применение на ночь крема с Шунгитом, как будет действовать на кожу? Дело в том, что в течение дня наши клетки, наши ткани разрушаются, потому что мы активно движемся, мы взаимодействуем с окружающей средой. То есть важно в дневном креме это противостоять вот разрушающими действиями. То есть вредный фактор, да. Так. А вот ночью очень важно, чтобы это все работало на восстановление, потому что организм переходит в фазу восстановления. Угу. И когда мы соответствующие там компоненты используем, он, наоборот, более эффективно себя восстанавливает. Ну как же здорово, как приятно, что сегодня у нас такой эксперт, известнейший, любимый Геннадий Петрович дает советы женщинам, как выглядеть моложе. Да, ночной крем. А вот такой вот вопрос. Смотрите, у нас здесь крем в составе имеется не только шунгит. То есть у шунгита же еще вот свойство усиливать действие. Давайте посмотрим. Насколько этот крем... Да, здесь все закрыто, видите? Специально идет еще крышка двойная, да? И опять, посмотрите... Очень удобно. Да-да-да. И посмотрите, опять у него такой легкий-легкий сероватый оттенок. Посмотрите, какой запах приятный. Очень приятный. Очень приятный, очень нежный аромат. И опять же, я удивляюсь тому, что вы только подумайте, в этой баночке 100 миллилитров крема. Вот это да, обычно 50, да, миллилитров? А сколько за раз используется крема? Вот я думаю, процедуру? Что вот столько хватит, а мы сейчас спросим грамма нашего 2-3. Эксперта. Спросим Давайте. У Светланы. А Светлана не просто косметолог, а косметолог, который работает в центре красоты и каждый день сталкивается с проблемами женщин, которые хотят быть моложе. Вообще, я считаю, каждый хочет быть моложе, правда? Конечно. Так. Действительно, Геннадий Петрович правильно сказал, что дневной крем у нас он эффективен для защиты, а ночной крем он у нас питает, увлажняет, восстанавливает. У нас Марина, модель, сейчас... продемонстрирует нанесение. Ей 45 лет, и она у нас пользуется кремом 3 недели. Но уже я считаю, что действительно эффект уже виден. Все правильно, мы наносим его по массажным линиям. Даже уже заметно по его составу, что он более плотный, что он более жирный, так как в этом креме, в отличие от дневном, у нас усиленная формула масел. Чтобы действительно, когда... крем, когда мы спим, а наш крем не спит, он работает. Здесь великолепный комплекс витаминов, экстрактов растений. И за счет всего вот этого за ночь наша кожа получает большое количество витаминов и масел. Масло оливы, масло жожоба, какао, ши. Олечка, посмотри, какой огромный комплекс у нас с витаминами Е, растительные протеины. Всем этим он отличается от дневного крема. И что очень важно, этот крем можно наносить и в область под глаза. Вот, Геннадий Петрович, сейчас Светлана рассказала о действии ночного крема. И там еще такой богатый натуральный состав. Сколько масло. Там составляющих, даже масла. Вот для чего туда добавлены еще масла? Дело в том, что масла, оказывается, нужны для того, что они продлевают срок, ну, будем говорить, жизни нашей кожи. Вообще, они продлевают срок всего существования. И важно подчеркнуть, что там содержатся такие масла, например, как оливковое масло. По своему составу жирных кислот, оно близко к жирам нашего тела, поэтому оно, естественно, входит в наш организм и питает его. Вот в чем. То есть оно не чужеродно. Да-да-да. Это очень важно понимать. Отлично. И плюс все это усиливается действием шунгита, его энергетикой. И, естественно, работает очень-очень хорошо. Представляете, это природная составляющая, это минерал шунгит, и это еще и растительные компоненты. Светочка, расскажи, пожалуйста, двух баночек 100 миллилитровых нам на сколько хватит? Нам хватит это на несколько месяцев. А вот теперь посмотрите на Марину. Так, вы посмотрите, как она выглядела до, это утром сделано фото.
Действительно, результат просто мгновенный, действительно мгновенный эффект. Сразу мне очень хочется сказать, что действительно цвет лица, посмотрите какой, сияющий, ровный, выровнялась кожа у нее, подтянулись уголки глаз, потянулись носогубные складочки, лобик у нас распрямился, вот такой замечательный эффект, посмотрите. И сразу, буквально за несколько минут, минус 5 лет. Вот это да! Вы представляете? Причем это действие крема, оно проявляется сразу же после нанесения, закрепляется ежедневным нанесением, делайте курсами. Каждый вечер наносите ночной крем, каждый вечер ухаживайте за своей кожей. И как здорово, что этот крем, а это так бывает очень редко, можно носить и на лицо, и на шею, и на кожу век. Как правильно нам наносить ночной крем? Ну, вообще, желательно пользоваться, конечно, комплексом. И дневным, и ночным кремом. Но что самое важное, ни в коем случае не наносить крем на неочищенную кожу. Ее перед этим нужно очистить и протонизировать.